Всем привет-привет! Вы на канале Вот ГСН, и данное видео я записываю абсолютно спонтанно, делаю это крайне редко, уже тогда, когда уж сильно допекли. Ребят, для тех, кто смотрит данное видео, хотелось бы обозначить сразу. Я обращаюсь исключительно к тем людям, которые мне написали огромное количество хамства, оскорбления, огромное количество комментариев с нецензурной лексикой, все они были удалены, потому что я не считаю, что вы имеете на это какое-либо моральное право, и именно к вам я обращаюсь. Обращаюсь к тем хейтерам, которые начали меня сердолить за видео, которое я выложил. Сегодня я выложил видео по поводу того, что в магазине появился выгодный набор, а именно подписка на золото. Почему набор? Потому что помимо подписки здесь еще 975 киткоинов. Я обосновал свое мнение, почему я считаю, что данный товар является выгодным. И вот, ребят, те, которые писали мне хамство в комментариях, достаньте свои головы из задниц, в которых они находятся, возьмите в руки калькулятор и посчитайте, и перестаньте быть имбецилами, которые видят предательство везде, где говорят по поводу того, что в магазине игры есть что-то выгодное. Когда в магазине невыгодный товар, я об этом прямо говорю. И если я сказал, что этот товар выгоден, не значит, что Wargaming меня купил, я кому-то подлизываю зад или занимаюсь чем-то подобным. За 5 долларов вы можете взять 3000 золота. За 5 долларов вы можете взять 5000 золота и 50 тысяч свободного опыта. Фиг с ними, с киткоинами. Если вам непонятно на примере долларов и золотых монет, то давайте будем говорить по-другому. Представьте себе, что вы каждый день в магазине можете купить расфасованные по кулькам яблоки за 5 долларов 3 килограмма. Но сегодня в магазине акция, и я пришел и сказал о том, что в магазине сегодня можно за те же самые 5 долларов, за которые вчера вы покупали 3 килограмма яблок, сегодня можете взять себе 5 килограмм яблок. Так более понятно. Еще раз повторю. Имбецилы, которые пишут хамские комментарии. Я никому не продался. Не пишите хрень всякую и не ищите предательства там, где его нет. Я как был честным блогером, так и есть. И это действительно выгодный набор. И я не собираюсь говорить о чем-либо, что оно плохое, только для того, чтобы вам доказать, что я типа честный или что. Честность проявляется в том, что ты говоришь на хорошее хорошо, а на плохое плохо. И если вас зажирает жаба некоторых по поводу того, что у меня пресс-аккаунт, на котором дохрена золота, ребят, опять-таки, возьмите руки, достаньте их из задницы, откройте канал, в течение года выкладывайте там минимум от 1 до 5 видео каждый день, выйдите на связь с Wargaming, получите от них пресс-аккаунт и радуйтесь жизни. Но только мне этот пресс-аккаунт дали не для того, чтобы я тратил голду направо и налево, а для того, чтобы я имел возможность снимать честные обзоры на машины, которых я в себе физически позволить не могу купить. И я в любом случае всегда делаю честные обзоры. И если на продаже есть какой-то танк, который не заслуживает вашего внимания, допустим, тот же самый AMX-54 за 25 косарей золота, то я в своем обзоре прямо сказал, что эта цена очень большая на данную машину. И что лучше за эти деньги присмотреть себе что-то другое. Но эти видео, к сожалению, вы почему-то не критикуете тем, что я продался в ВГ и поношу какие-то товары в магазине. Ребят, достаем головы из задниц и становимся объективными, нормальными, взрослыми людьми. А все хамские комментарии я как удалял, так и буду удалять. Если вы за честность на канале, подписывайтесь на этот канал, потому что здесь я не собираюсь никому врать, я знаю цену золоту, и я не хочу никогда никого подвести под то, чтобы вы расстроились из-за покупки чего-либо. Кроме того, ребят, если вы хотите участвовать в розыгрыше особого пропуска от меня, обязательно пишите комментарии под данным видео, потому что оно участвует в конкурсе. А на данный момент у меня все, я пошел снимать для вас очередное честное видео с честным мнением, ну а ваше дело уже верить в эту честность или нет. Мира вам, друзья мои, и обязательно спокойствия. Пока-пока.